Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы занимаемся воскресеньем. Поздравляю вас всех в преддверии нашего замечательного праздника 9 мая. И я хочу поздравить всех миллионную армию болельщиков «Зенита». «Зенит» чемпион, стал чемпионом России. И, конечно же, Артем Дзюба, который знает не понаслышке, что и «Арсенал» Тула — это сильная команда, гроза всех авторитетов. Он лично это понимает и лично участвовал в этом. Я поздравляю болельщиков «Арсенала» с замечательной, великолепной вчерашней игрой. «Арсенал» — это сила и гроза всех авторитетов. Так было, так есть и так будет. «Зенит» — Санкт-Петербург. Еще раз хочу всех поздравить с чемпионством, с наступающим праздником. Тульские болельщики – игрок потрясающий, и я вас помню, играть было в Туле – одно удовольствие. Вам удачи, и надеюсь, вы выиграете Кубок России, и Лига Европы, наконец-таки, вы пойдете в Лигу Европы. Удачи всем и хороших праздников. До свидания. Артем знает, Арсенал Тула – это команда, это сила. Наша гордость – это Арсенал, и наши болельщики. И все болельщики, которые любят футбол, любят хоккей, не только болейте, но и занимайтесь спортом, и будьте здоровы. Удачи. Ура! 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 Ура!